Экинчи маселе, мына биз президенттик шайлоо өттү. Кандидаттарды көрдүк. 18-17 кандидат болду. Мына фаворит болуп Садыр Нургожоевич жеңди, көрдүк. Бирок деген ошо кандидаттын арасына карасаңыз, эч бир динде христианство болобу же башка дин болобу, ислам болобу, эч бир динде Аллах бар, Кудай бар, Бог есть, един, башка Кудай болот деген жазылуу жок. Эч бир пайгамбар эки Кудай болот, үч Кудай болот деп айткан эмес. Бирок бизде деген биякта бир жараныбыз мен Кудаймын деп элдин баарына жарыялап атат. Миң деген аял заттын карапайым элдин башын айландырып атат. Эгерде ал оорулуу болсо, ошо оорусун тактыктап дарылабайсыңарбы? Оорулуу болбосо анда деген муну деген бул деген экстремизм да. Бул деген конфессиональный деген межконфессиональный разбор кылыш керек. Он заявляет, что он Бог. Вы понимаете, о ком я говорю? Или лечите его. Понимаете? Аллах Субхана ва Тааля, он нам говорит, что он един. И любая религия подтвердит в этом. Любой теолог, любой богослов говорит об этом. А мы молчим об этом. Когда говорим об этом вопрос, говорит, он больной. Если больной, тогда надо лечить его. Рахмат.